Информационное агентство «Байкал-24» и Оргкомитет Международного кинофестиваля «Рэк на Байкале» продолжают представлять номинации будущего праздника кино. Фестиваль пройдет в Иркутске 25, 26, 27 мая. Номинацию «Лучшее патриотическое кино» сегодня представляют инструктор-снайпер отдела специального назначения «Ураган», руководитель военно-патриотического клуба «Рысь», краповый берет Игорь Скрябиков, настоятель Свято-Успенского храма в селе Айок Иркутского района, священник Максим, заместитель председателя Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников России» Александр Каскевич и заместитель начальника штаба Иркутского местного отделения ВВПОД «Юнармия» Алина Попова. Любовь к родине, вот это отражает, как она проявляется, как люди гордятся своей страной, борются за нее. Вот это, наверное, патриотическое. А то, что там иногда показывают, ой, мы там выполнили это сделали, блин, ну... Да это ваша, как сказать, обязанность, что ты живешь в этой стране, ты и должен, блин. А вот любить ее со всей силой, так как наши старики, да, любили, там, боролись за нее. Вот это не каждому дано. Вот это и должно отражаться. Но вот если будет показуха, то это, ну, никак. То есть для, чтобы показать, вот какие мы тут. Именно, наверное, работа должна быть. Именно с поколением подрастающим. Стариков-то что их уже учить? Патриотизму. А вот именно с молодыми людьми. С молодым поколением. Те, кто в школе учится еще. Ну, студентов можно еще захватывать. Хотя студенты уже... Это уже взрослые люди, готовы вон, брать автоматы, идти защищать страну, жениться, детей рожать. А вот подрастающее поколение, да, вот если с ними работа показана именно, вот, наверное, по этим критериям. Я им постоянно говорю, что свою надо родину любить, какая бы она ни была. Это твоя родина, ты здесь родился, и родина не может быть плохой. Это у нас плохие люди есть, которые делают ее такой. Для всех, ну, вид создаю. На самом деле это, как ее не любить, если я здесь родился, да? Байкал тот же, лес этот, ты же ходишь за грибами, радуешься, довольный. Ты должен это любить, должен это защищать, блин, бороться за это. А вот чтобы они защищали это, не только духовно там ходили, словами, а и физически. Вот этому-то я их готовлю как раз. Духовно у меня не сильно получается, потому что я, скажем так, не очень могу много говорить. Ну, хотя объясняю им со стороны этической, эстетической, там, как это все должно быть. То есть. Но больше физики даю, потому что они сейчас слабенькие, худенькие все какие-то. Так, духовно они очень быстро все схватывают на лету. То есть стоит им только сказать, что надо вот делать так правильно. Все пипец. Я говорю, даже родители иногда там... Позу встают, говорит, Игорь Петрович сказал, блин, надо так, бесполезно, не переубедить их. Патриотизм – это любовь к родине. К сожалению, на сегодняшний момент, ну, так образовалось, что любовь к родине – это избитое выражение, к которому где-то привыкли, кто-то, наоборот, это выражение не очень любит, да? Но что такое родина? Это отчизна. А точнее говоря, мы называем Россию матушкой. Вот мне нравится интересный такой пример. Идет бабушка по улице. Она может быть старенькой, уже беззубой. Она еле ходит. Она может быть не совсем опрятно одета в силу того, что пенсия маленькая и так далее, да? И кто-то может сказать на нее, ну какая-то бабка идет, непонятная. Но для кого-то это мать. И он ее любит. Он готов за нее жизнь отдать. Он готов все сделать, насколько возможно. Он может даже не богатый этот человек, раз имеет такую мать. Но для нее он делает все возможное. И вот для нас, по сути, родина должна вот быть такой. Да, у нас есть проблемы, у нас есть внутренние какие-то нестроения, у нас, да много всего у нас, и плохого, и хорошего, но это наше,
Это наша отчизна, наша родина-мать, которую надо любить. И вот, на мой взгляд, именно в патриотическом кино важно отметить вот эту вот грань, вот эту черту сделать, что надо это любить, надо это ценить, ценить на деле. На мой взгляд, я бы субъективно предложил бы такой вариант. Практичность. Элемент практичности должен присутствовать. То есть любовь к родине, она должна быть практичной. То есть я люблю родину. Но опять, наверное, приведу такой пример. Звонит доченька маме и говорит: «Мама дорогая, я тебя так целую, так люблю, так обнимаю». А мама говорит: «Приезжай, помоги мне немножко, у меня спина заболела, помоги мне выкопать морковку на огороде». А доченька говорит: «Да некогда мне, но я так тебя люблю, так тебя люблю». То есть вопрос, вот она любит маму или не любит? И я думаю, что вы сами лично сможете на этот вопрос, и все нас сегодня слушающие ответят на этот вопрос. И вот, на мой взгляд, если бы в фильме была отмечена вот такая грань практической любви к родине, когда мы видим, например, есть сегодня организации, которые, к сожалению, на патриотизме пытаются просто деньги зарабатывать, да? Я, может быть, так скажу, да, просто и прямо. А есть организации, которые без денег и работают так, что хочется идти за ними, хочется помогать им, насколько возможно. Да, и есть, слава Богу, люди, которые таким организациям патриотическим помогают. Да? Вот. И эти организации, они не отмывают деньги, они не делают вот что-то такое непонятное. Да? Они действительно занимаются делом, любовью к родине. И вот если бы в фильмах были отмечены подобные организации, мне кажется, это один из факторов в пользу того, чтобы такой фильм отметить выше, чем какой-то другой фильм, но именно в патриотической номинации. Потому что действительно с позиции кинематографии, с позиции именно технической, скажем так, мы можем не всегда это увидеть, да, а кто из них хорош. Потому что сегодня, слава Богу, много профессионалов, которые снимают хорошие фильмы, а вот именно практичность. Областная общественная организация ветеранов Союз десантников России создана с целью объединения ветеранов для совместного, скажем так, деяния добрых дел, воспитания молодежи и в целом граждан патриотизму. Работает организация в большей мере с молодежью, со школами, также проводит, освещает разные мероприятия, связанные с военной историей, славой нашей страны. Ежегодные традиционные мероприятия организация проводит. Это такие праздники, как 9 мая. Этот праздник мы не можем никак проигнорировать. Принимаем участие, организация в полном объеме. 23 февраля однозначно проводится нашей организации. Мероприятия, праздничные концерты дарим народу. 2 августа, само собой, это профессиональный наш праздник, который мы тоже организовываем в подарок городу в виде концертов и разных шоу. Также проводим периодические митинги в память таких дат, как вывод вооруженных сил Афганистана, освещаем подвиги таких подразделений, как 9-я, 6-я роты. Патриотическое кино считаем, что это многозначительный вообще проект фильмов. Да. Патриотическое кино должно в себя включать и нести могущество, славу нашего государства. Обязательно должно освещать подвиги воинского братства, подвиги отдельных героев. Ведь вся наша история – это военная история, самая славная история в мире. И в патриотическом кино обязательно надо на эти моменты, я думаю, ставить акценты для того, чтобы поколения могли узнавать, помнить, знать о силе, могуществе
о том героизме своих соотечественников, которые зачастую рядом с нами находятся. И в патриотических фильмах, я думаю, необходимо освещать также не только воинские достижения и героев военных времен, но также и гражданские достижения тех людей, которые выводят нашу могучую Родину на высокий уровень благодаря своим, скажем так, достижениям, изобретениям. Я думаю, что фильм может быть о чем угодно. То есть это может быть исторический фильм, рассказывающий о драмах, да, военного времени нашей страны. Это может быть фильм о каком-то конкретном человеке, который посвятил себя своей родине. Не только служению родины в плане военной карьеры, но это может быть какой-то ученый или просто заслуженный учитель, который всю жизнь посвятил себя тому, чтобы сделать свою страну лучше. В моем понимании именно такие фильмы являются патриотическими. Акцент я бы все-таки сделала на истории нашей страны, на конкретных личностях. Многие дети не знают у нас сейчас, кто такой Калашников. Да, и не могут расшифровать автомат Калашникова. Токарева никто не знает. То есть я бы все-таки сделала акцент на именно документальных фильмах о важных вот людях для нашей страны. Я бы сказала, что это как раз все-таки широкий должен быть, на широкую аудиторию. Первое, конечно, это школьники, молодежь, но также я бы взяла людей среднего возраста. К сожалению, да, у нас даже зачастую наши родители не очень хорошо знают нашу историю страны, да, и не могут, скажем, привить какие-то важные качества своему ребенку. Поэтому фильм должен быть рассчитан на широкую аудиторию для того, чтобы донести вот эти вот важные вещи любви к родине и всего населения. Если человек берет камеру и идет снимать фильм, я думаю, что в первую очередь он должен смотреть именно свой край. То есть, если это деревня, то сначала узнать историю этой деревни, когда она была создана, вот люди какие-то выдающиеся, которые вышли из данного места. То есть, вот такие моменты необходимо все-таки знать и распространять, давать как раз огласку им.